решение есть. А волосы не испортятся, я же не собираюсь годами в них ходить, даже месяцами. Да, 9 кос. Не мыть пару дней. Нигде не покупаю серьги для пирсинга. Там, где колола, сразу надевала. Не знаю, ничего не чешется, только заплела. Настроение отличное. Микродермал, лейкопластырем, чтобы кофту надеть. Вижу, с ума сошли? Нет, конечно. Сколько ты мне причинила боли, сколько выпила ты моей крови, сколько я пытался удержать тебя, были на поле. Нет, Кать, почему это патология? Да не патология. У каждого в этой жизни своя роль и своя миссия. У каждого абсолютно человека свой выбор. И перестаньте слушать, кто вам пытается внушить, что это не норма. Не все могут хотеть детей. Это нормально. Да, сегодня сделаю реснички, конечно. Я ехала и думала, что как раз сейчас вот самое то, что сюда реснички. А что мне на нее решаться? Я просто уезжала на съемку. Из-за этого не заплела. Косички. Неделя две. Ну, я, естественно, не буду две недели. Я не прохожу. Да, и мы все разные, Юль, согласна. И у каждого своя норма. Перестаньте слушать. Губы у меня красивые. Спасибо. Я тоже очень люблю, Юлечка, детей, я вас понимаю. Эх, раскосый взгляд. Да, вплетали каниколон, конечно. Да, конечно, нету. Вернулся. Валера на время ушел и снова вернулся. А ты не хочешь сесть за руль? Семь тысяч.